Всем привет! С вами Екатерина Помысла. Что-то у меня на голове. У меня, как всегда, что-то как одуванчик. Начнем. Извините, что так получилось. Я говорю, у меня почему-то отключили и интернет, и свет, и денег не было на телефоне. То есть мобильный интернет, у меня объем определенный закончился. И надо было хоть он Юле или кому-нибудь написать смс-ку, да, чтобы предупредили. Что-то не догадалась, сидела, презентацию доделывала. Сегодня хочу поговорить о новостях каталога 9-го, да, хотя все уже с этим ознакомились, но хочется для новичков озвучить. Записала я ролик, да, акции и программы 9-го каталога, то есть можно это давать новичку, там все актуальные программы. Чтобы не, ну, конечно, лучше и еще самому проговорить, да, выгоды 100 баллов, выгоды 150 баллов, но все-таки можно дать и человеку визуально, да, посмотреть, то, что некоторые на слух хорошо воспринимают, некоторые на глаз. Вот, давайте сначала с этого начнем, а потом уже организационные моменты по команде. Есть у нас стартовая программа. Всегда говорю новичкам и партнерам, говорить своим новичкам, да, о этой программе, потому что программа классная, программа дает крутые подарки за 199 рублей. Выполняется 4 шага, да, для новичков расскажу. То есть первый шаг в течение 21 дня делаем заказ на 100 бонусных баллов и получаем набор за 199 рублей, номинальная стоимость по цене каталога 1370, да. Следующий шаг – это уже стоимость 2800 практически, да, серия The One. Третий шаг – это Giordani Gold. И четвертый шаг туда уже включается Wellness, и там выгода практически около 6000 рублей. То есть это круто. Вот, можно попробовать все эти продукты, да, 4 раза, получается, заплатите за наборы, да, это 800 рублей, а если бы вы покупали по цене каталога, то получилось около там 15-16 тысяч, то есть это супер. Супер возможности. Обязательно рассказывайте, да, рассказывайте о продукте, если вы сами его пробовали, да, если нет, то просите отзывы в командном чате, девчонки обязательно расскажут, но, как я помню, что все были в восторге от этих наборов, и никто, все вернее, но многие хотели их раздарить, да, подарить в качестве подарка, там, например, наборчиком сразу же, и все оставляли себе. Потому что качество на самом деле классное, все вкусно пахнет, и все с удовольствием всем пользуются. Вот, то есть об этом обязательно говорим. Сейчас у нас классная кампания по приглашению, да. Кто участвовал в кампании по приглашению, собирал спонсорские баллы по триумфу успеха, где у нас были браслеты, beauty box, набор кистей, часы мужские, женские и ручки, обязательно их обменивайте, потому что, ну, сами знаете, у нас в начале каталога все есть, к концу каталога ничего не будет, поэтому все равно когда-нибудь получите, но лучше, конечно же, сразу. Я накопила 517 баллов, мало. Девчонки вон в директорском чате пишут, что набирали по 2000 баллов, да, заказали все, что предлагалось, да, ну это классно, по 1 рублю. Я все-таки хотела очень браслеты, хотела кисти, но у меня остаются не, как бы, не использованные там 100 с копейками баллов, решила взять себе часы. Часы женские и набор украшений. Часы я люблю, у меня есть вот этот Oriflame розовые часики, да, сейчас будут эти черные, буду их менять, всегда хотела коллекцию. Муж обещал мне подарить дорогие часы, но пока это все обещание, поэтому потом похвастаюсь, напишу постик, да, какая классная компания, какие подарки дарит за 1 рубль. Ну, то есть это подарок, можно сказать, да, рубль это ни о чем. Вот. В этом каталоге у нас классные тоже, классная компания, называется «Энергия цвета». Цвет, конечно, вообще суперский, такой прям мятный, да. Дальше посмотрим подарочки. Какие условия? Наконец-то ввели опять единовременный, бесплатная регистрация, да, то есть регистрация у нас обычно стоит 149 рублей, она списывается с первым заказом. Но если новичок первые 72 часа, это первые 3 дня после оформления, после регистрации сделать заказ на 1000 рублей по ценам каталога, это немного, да, то есть активирует сразу же бизнес, то его регистрация будет бесплатной. Если он, например, не успел в течение 3 дней, там, ну, бывает промах или момент, да, можно также разместить по стартовой программе заказ в течение 21 дня на 100 бонусных баллов,
получить в подарок вот эту классную новую водичку. Не знаю, нюхали, нюхали в каталоге, да, но она не мой запах, но прикольная, да. Вот. А у меня есть у мамы вода вот этот Garden, да, он как называется, вот зеленая бутылочка. Она вот мне напоминает духи Dior Edict. Прям вот такая же пудренная, пудренный запах. Мы с мамой долго думали, на что похоже, да, вот, и потом выяснили, да, что вот на этот запах, потому что мама очень долго их хотела, а что-то мы то одно, то другое так и не купили. Вот она сейчас с удовольствием пользуется вот зелеными, зеленым флакончиком, и, может быть, созреет на покупку нового аромата. Вот, получает в подарок вот этот набор, да, по первому шагу за 199 рублей, в подарок, да, я сказала, за 199 рублей. Вот, в подарок туалетную воду My Little Garden. И ему возвращается 149 рублей. Также, да, условие-то не изменилось. Просто плюс добавилось, что бесплатная регистрация в течение первых 3 дней, да, можно при заказе на 1000 баллов. И возвращается 5% от стоимости. То есть приблизительно где-то получается 450-500 рублей ему упадет на счет. То есть это его первая зарплатка, которой он сможет оплатить свой следующий заказ. Да, классно, новичкам вообще, говорю, везет. Вот эти браслеты, не знаю, придется, наверное, кого-то их купить. Я все хотела заказать по прошлой компании по приглашению, но, видишь, не получилось. Если было бы 600, я, конечно, заказала бы и часы, и это, а так болтаться будут. Ну, неважно, да, сейчас не об этом. Специальное предложение для новичков, зарегистрированных в предыдущих каталогах. Если они не сделали, да, об этом обязательно своим новичкам, кто еще не активировал бизнес, есть у нас такие, да, которые висят и чего-то ждут. Если они еще не сделали заказ первоначальный, то они могут поучаствовать в кампании по приглашению «Энергия цвета». Они сделают также заказ на 100 бонусных баллов, получат эту водичку и набор за 199 рублей, водичку в подарок и набор за 200 рублей по стартовой программе. То есть это классное, на самом деле, предложение. Кто не успел, да, пройти в свой период, в течение 21 дня с момента регистрации программу «Триумф успеха». То есть можно поучаствовать и получить воду в подарок. То есть это классное условие. Обязательно своим новичкам напишите, да, кто еще не активировался. Вот, у них есть время, получается, поучаствовать. Вот. И смотрите, какие классные сумки. Да. Тут сумочка-клатч, чемодан и дорожная сумка. В принципе, условия выполнимы, не в принципе, они выполнимы, да, у нас сейчас классный метод рекомендаций, вот, и всего лишь надо пригласить 2 человек, чтобы они прошли стартовую программу, да, 100 бонусных баллов, получили свою водичку, то есть это уже как бы человеку мотивация, да, не только просто сделать заказ, но еще воду получить, набор получить по льготной цене, скажем так, и еще доход получить, вот, цвет, да, классный, реально, мне очень нравится, вот, именно такой оттенок зеленый. И вы получите сумочку-клатч всего лишь за 1 рубль. Ну, подарок, да, сумочка-клатч, будем говорить. Если 4 людей приведете, и они пройдут первый шаг, да, стартовой программы, то вы получите дорожную сумку, вот она с ручками, да, но можно ее, мне кажется, ну, хотя она объемная, да, в дорогу возить, так стильно смотрится, согласитесь, да, не эти наши баулы, как мне мама вчера говорит, мы сейчас сумки собираем. Возьмите мою сумку, достает вот такие как бы дорожные сумки, которые мужики через плечо носят в поездке. Я говорю, нет, извините, говорю, у нас есть, говорю, сумочки наши орифлеймовские, то есть 2 у меня сумки, они такие настолько объемные, у меня так практически все вещи влезли, хотя беру я список большой. Вот. И если 4 людей вы пригласили, они прошли не только один шаг, но прошли все 4 шага стартовой программы, то есть, ну, сделали все, да, прошлись, получили все подарки, ну, наборы за 200 рублей, то вы получите чемодан. Чемоданы вот по прошлым акциям, они все крутые, качественные. То есть вот за качество я вот прям спокойно абсолютно. То есть чемоданы вот были красные, чемоданы были такие рябого какого-то цвета, тоже по компании, по приглашению. Девчонки все брали, все были в восторге. Потом эти красные чемоданы когда-то в распродажах были, я не успела. То есть там первых 2 дней
А в течение 2 дней я не заказала его, и уже потом его не стало, потому что была цена очень привлекательна, там около 900 рублей, ну, минус наши скидки, там вообще бы копейки получились. И чемоданы классные, я вот ездила в Египет, а девчонки все путались, потому что у всех были эти красные чемоданы, ну, по качеству хорошие. Уверена, что здесь также будет. Но я как понимаю, что у него корпус жесткий, он не мягкий, да, жесткий корпус, и может быть даже пластмассовый, как по картинке, я не знаю, надо посмотреть обзоры. Вот. Вот эта вот классная компания, да, она обязательно надо поучаствовать, потому что подарки и условия очень клевые. И мы сейчас регистрируем не в первую линию, да, это прям большой жирный плюс возле этой фразы. То есть есть люди, которые регистрируют в первую линию по привычке. Вот. Регистрировать не надо. Регистрируем как приглашающий спонсор, и вам эти люди засчитываются по компании по приглашению. Да, то есть условия у нас сейчас приглашающий спонсор, не первая линия. Не буду здесь рассказывать, да, в ролике, если что, скидывайте новичкам, кто тут, по-моему, все уже старички у нас, да. Тут у нас выгоды, да. Естественно, делая 150 баллов и более, вы получаете больше выгод, да, это сразу же быстрый рост и ваш доход. Ну, то есть мы пришли сюда зарабатывать, смысл здесь сидеть и ждать как бы море погоды, да. Делаем 150 не сами, не из своего кармана. Когда вы будете их делать, это ваше право решать, да. Никаких тут обязательных закупок нету. Вот, просто это условие компании на получение доход. Я всегда своим новичкам говорю, если бы компания дала разрешение, делайте насколько хотите, сделайте в этом каталоге на 1 балл, в следующем на 100 баллов, да, в третьем каталоге опять на 1 балл, какой бы товарооборот у компании был, он был бы прыгающий, да, и платить за то, что ты сама приходишь в свой интернет-магазин и тратишь там 10 рублей, да, платить доходы высокие, ну это абсурд, вот, это бизнес, мы здесь крутимся, мы не сидим здесь на мягком месте ровно, да, то есть если бы был бы у вас классический бизнес, там открыли бы вы магазин, например, продуктовый, салон красоты, я не думаю, что вы просто сидели и ничего не делали, да, у вас было бы гораздо больше работы, чем, например, организовать товарооборот не на 200 тысяч, не на 100 тысяч, не на 10 тысяч, а просто на 5 тысяч рублей, просто собрать, а следующие заказы у вас будут меньше, они будут уменьшаться на стоимость, на сумму вашего дохода. До 12%. Потом у нас начнутся накопления, которые вы перечислите себе, то есть вам компания перечислит на счет в банке после открытия индивидуального предпринимательства. То есть у нас все здесь официально, все законно. Вот. То есть ставим цели, что надо собрать. Когда вы поймете, какая выгода, да, как мне кто-то пишет, ой, я не могу не сделать 150, потому что мне жалко потерять доход. Да, понимаю, что первый доход кажется, ой, там копейки, да, там 500, 600, 700 рублей, но доход растущий. То есть все зависит от вас, от вашей активности, от вашей работы. Поехали дальше, да. И есть у нас пример платинум, да, заказ от 250 рублей, то есть уже тут доход будет повыше, да, потому что платится не 5%, а 10%. И куча-куча всяких привилегий, те же часы, которые я получу, да, сейчас вот в пятницу, завтра. Завтра пятница, да? Нет, завтра четверг. Получу вот в пятницу и покажу вам, да, часы, я уверена, классные. Можно будет получить в подарок, если вы в течение года каждый каталог будете делать 250 бонусных баллов. Участие на закрытых региональных фуршетах, ну, если кто-то живет в филиалах, конечно же, это круто, да, в больших городах. И в онлайн-семинарах, да, с экспертами компании. То есть быть всегда впереди, знать первые новости, рассказывать нам все. Вот. И доступ к одному спецпредложению в каталоге. Купи 4 продукта, заплати за 3. Да, можно подарочки потом сделать кому-нибудь, своим близким, родственникам. Ну, плюс ко всему, вот это вот все, что здесь показано на левой стороне, все это получаете. То есть 250 сделали, получили все по максимуму. И, соответственно, получили еще плюс ко всему быстрый рост. Да, мы пришли сюда не сидеть на одном уровне годами. Мы пришли сюда вырасти, сделать директора, потом золотого, потом уже каждый решает. Хватает денег, уходим на пенсию, не хватает, работаем дальше. То есть все зависит от наших амбиций. Что-то я быстро говорю, голос опережает мысли. Вот, смотрите, почему я говорю, что доход это
ЛТО 150 баллов, это быстрый рост, да. Вы сами учитесь, я научилась делать, да, все присутствующие научились делать 150. Вы своим кандидатам, новичкам, да, расскажете, как это делать, как вы это делаете, да, расскажете, как вообще можно делать, да, вебинаров куча, вот. И делая, будете делать сами 150, будут делать ваши партнеры, да, вот на картинке показана ваша структура из 3 человек, да, если будет больше, соответственно, будет больше товарооборот групповой. Все сделали по 150, групповой товарооборот 450. Вы на 6%, ваши партнеры на 3%. Рост есть, люди видят, у них мотивация, да, они растут по уровням, да, пусть это первая ступенька, но это уже первая ступенька, вот, а не нулевой уровень. И каждый из вас имеет доход. То есть есть рост, есть доход. Дальше в следующем каталоге опять делайте по 150, каждый привел по 2 человека, у вас уже 9% ваших партнеров, там у кого 6, у кого 3%, да, и каждый имеет доход. А если вы сделали по 30 баллов, ну, по 50 до 150, вот, на примере 30, да, ваш групповой товарооборот 90 баллов, это 0%, вы где сидели, там и сидите, да, и у вас ни у кого нету дохода. То есть новички пришли, результата не видят, вы сами не можете, грубо говоря, рассказать, да, они спрашивают, а вы сами-то делаете 150, какие там выгоды, что вы покупаете, что заказываете, посоветуете, а вы говорите, нет, я не делаю. А с какой стати, да, если вы сами владелец интернет-магазина, не делаете, не ходите в свой интернет-магазин за покупками, с чего другие будут это делать, да? Ну, то есть это, не знаю, менталитет людей, что ли, да? То есть задача научиться, это одна из задач, это процесс, это не надо, как, не единовременное действие, да, что пришел, заказал, потом не знаешь, чем расплатиться. Надо научиться делать так, чтобы у тебя не было головной боли. Откуда взять 150 баллов? То есть на начало каталога у тебя уже есть заказ на 150, ты его оформляешь, все. Первые дни сделал, у тебя уже головная боль отпадает, ты уже обучаешься, параллельно рекрутируешь. То есть делаешь остальные две задачи. То есть вот добиться надо этого. Вот, поэтому здесь понятно, да, все, что мы быстро растем, делая 150. Чтобы выйти, открыть уровень старший менеджер, открытое звание директор, надо всего лишь командой, да, не в одиночку, командой сделать 50 человек, которые будут делать по 150 баллов. То есть, если, например, сейчас я возьму, открою файл, где структура, да, по веточке, и всем напишу не те заказы, которые вы делаете, да, а всем по 150, сколько получится групповой товарооборот. То есть мы бы сейчас все были бы уже не директорами, не золотыми, а более, да, старший золотой, сапфировый директор, потому что людей много, кто-то сидит, ждет, да, наблюдает, кто-то говорит, что у меня не получается, но это все отмазки, да. Это бизнес, еще раз повторяю. Мы пришли сюда зарабатывать, поэтому если мы бизнес-партнеры, да, то надо учиться. Учиться, учиться, еще раз учиться, потому что, ну а зачем? Я вот некоторым в чате задаю, говорю, а зачем смысл вашего здесь нахождения? Вы сидите, болтаете в чатах, не рекрутируете, там за 2 года у вас ни одного новичка, вы не делаете ЛТО. Обучаетесь хорошо, на планерку приходите хорошо. Вот я не вижу смысла, да, зачем приходить работать, просто потусить. Вот, тогда как бы чем дольше человек сидит и чего-то ждет, да, тем меньше у него становится как бы желание, мотивации и теряется пыл. Поэтому пришли, сразу же начинаем действовать. Вот. А тут у нас доходы в компании, да, доходы я немножко подкорректировала, потому что у нас сейчас от 150 баллов платят процент 5%, не 10, да, тут было 750, чуть-чуть поменьше стало, но зато есть стимул расти и получать большие доходы, вот, то есть с уровня директора начинается самое интересное, но как бы у нас цель вообще, я ставлю для себя цель бриллиантовый директор, раньше ставили золотой директор, но золотой директор, как выясняется, многие делают за год, да, поэтому ставим максимальные цели, как у нас некоторые лидеры говорят, сразу спрашивают у директоров, здесь можно заработать большие деньги, ты готов зарабатывать большие деньги? Не готов, мне пока достаточно 15-20. Хорошо, иди подумай, придешь, когда будешь готов зарабатывать большие деньги. Вот когда человек приходит с большими амбициями, он быстро растет, да. Вот, поэтому ставим цель себе
как минимум золото, да, как максимум бриллиант, и можем поставить план сапфир, да, то есть по пути собрать уже директора, старшего директора, да, выйти на золото, получать уже пассив и расти дальше. То есть я повторяюсь, да, на золоте уже зависит все от ваших амбиций, кто на что горазд, да, кто-то и на золоте довольствуется и уходит, то есть примеров много, но там доход небольшой, вот. Так, дальше поехали. По подписке, да, многие спрашивают, что такое, расскажу еще раз, подписка на продукты wellness, не все wellness проходят по подписке, это коктейли, супы, пэки, женский, мужской, и детские витамины и омега, то есть они проходят по подписке. Что такое подписка? Оформляете ее, вам автоматически вкладывается в заказ тот продукт, который вы, на который вы подписались, вы за него платите деньги. И так три каталога подряд. Каждый каталог у вас автоматическое вложение. На четвертый каталог у вас идет уже он бесплатно. То есть у вас получается три платите, четвертый бесплатно. Но если вы за три получали баллы, в четвертом каталоге у вас 0 рублей и 0 баллов. Да, то есть вот это один из минусов подписки. Но есть у нас классная подписка Wellness Life, да, две программы, 100 баллов и 151 балл. Какая там заряд энергии, по-моему, да, первая программа называется, и твой идеальный вес. То есть в чем здесь фишка? Те же условия, вы подписываетесь на набор, первый набор, там два предмета, обязательно какой-то из пэк мужской, женский, и коктейль, либо суп. А во втором наборе коктейль и суп, либо два коктейля берете, и также пэк. Вот, три каталога вы платите, четвертый у вас идет бесплатно. Но на баллы начисляются. То есть, если вы взяли, например, программу «Твой идеальный вес», вы три раза платите, получаете доход, да, 150 – это доходный заказ. На четвертый каталог вы не платите ничего, но деньги вы получаете, потому что вы сделали заказ на 150 баллов, и баллы вам начислены. Вот это вот большой плюс. И дальше программа на четвертом каталоге не заканчивается, надо обновить уже картинку, да. Следующие шаги, 5, 6, 7, 8, вы получаете этот набор с 30% скидкой. То есть классная программа, экономия колоссальная, конечно, да. И wellness, ну wellness это wellness. Тут уже говорю, просто надо либо брать отзывы, либо читать. Расскажут вам спонсоры, да, если вы не знаете про эту продукцию. Я уже 3 года с ней знакома и не собираюсь вообще ни на секунду с ней расставаться. То есть я уже положила в сумку себе пэки, ребенку витамины, мужу витамины, коктейльчик с собой возьму, буду по пути добавлять молочко. Вот. И вот эта классная акция, мне она очень нравится. Я уверена, что набор будет из качественного материала. Да, материал акрил, как я поняла, что это пластик, но пластик он толстый, да, не тонкий. Программа лояльности «Лето со вкусом». Обязательно про эту акцию рассказывайте новичкам. Смотрите, она какая прям яркая картинка, да, прям хочется вот взять и сделать туда салат, либо налить сок. Вот. Условия какие, да? Везде делаем заказы по 50 баллов, но если мы делаем 150, то это уже как бы по умолчанию, да, проходим эту акцию. И покаталожно, да, получается, с 9 по 12 каталог собираем набор. Первый набор будет 3 стаканчика, потом 3 маленьких салатника. В 12 каталоге будет кувшин, а в 13 каталоге большой салатник. Если вы все, весь набор этот собрали, то вам еще в подарок будет вилка и нож. Да, вот этими, ну, обычно забирают, например, салат из салатника. Мы их так накладываем, берешь как прищепку. Вот, то есть я с удовольствием соберу. Можно даже взять там на дачу, можно дома использовать. Да, как бы, ну, крутой набор, как всегда компания нас радует. Скажите, классный, да? И цвет приятный, прям цвет лета. Что тот мятный, что этот салатовый цвет. Классный. Вот, смотрите, у нас немножечко просел рекрутинг, да, в нашей команде. И я хочу немножечко повысить его. Поэтому акцию по серии Wellness у нас, кстати, хорошие покупки, да, по wellness, то есть у нас все покупают, и новички стараются, да, закупать сразу же wellness, потому что я как бы его очень хорошо прокачиваю для своих новичков, чего и вам советую, да.
Вот, потому что это классно, качественная продукция, натуральная. И я хочу сейчас запустить новую акцию, да, лучший рекрутер. То есть какие условия? Зарегистрируйте лично, то есть либо в первую линию, да, ну что мы в принципе не делаем, либо быть приглашающим спонсором, регистрироваться из своего личного кабинета от 5 новичков, да, то есть 5, 6, 7 и так далее. Из них минимум должно быть 3 рекрута с заказом от 50 баллов. Заказ может быть не только у тех новичков, которые зарегистрированы в этом каталоге, да, но и прошлые новички, которые активируются. То есть вам в помощь акция, как ее называют-то, вот которая сейчас была, со вкусом лета, да, зелененькие тарелочки. В помощь вам водичка My Little Garden, да, то есть вы рассказываете своим новичкам, что можно сделать 100 бонусных баллов и получить водичку, и получить набор. То есть для них стартовая программа тоже действует. Вот. И новички должны быть, конечно же, реально существующими людьми, да, но если вы будете регистрировать хомячков, да, может быть, захотите там родственников или еще кого-нибудь пройти по ним стартовую программу, то это тоже засчитывается. И победителем станет партнер с наибольшим количеством зарегистрированных лично им новичков и наибольшим количеством рекрутеров. Рекрутеров надо исправить. Вот. Приз 500 рублей перечисляется на номер консультанта или на банковскую карту. Ну, я, конечно же, лучше причислю в личный кабинет, чтобы вы смогли следующий свой заказ оплатить этими денежками. По этой акции, девочки, понятно, пожалуйста, напишите в чате. И вообще по всем акциям есть какие-то вопросы? Угу. Ну, надеюсь, всем все понятно, да? Если какие-то вопросы есть, пожалуйста, задавайте в командном чате. Сейчас немножечко все, я закончила, да, по слайдам. Немножечко организационных моментов. Потом проведем розыгрыш. С 1 июля я уезжаю. То есть мы с семьей едем отдыхать. Вот. И интернет у меня будет, да, я узнавала, что там вот у меня билайновский мобильный интернет, вроде неплохо работает, но не уверена, что прям я буду всегда на связи, но буду стараться, конечно, потому что я пропускаю, грубо говоря, по количеству дней целый каталог, да, не хочется этого делать, поэтому, я говорю, буду отдыхать и одним ухом работать. Вот, по поводу собеседования, да, у нас сейчас классно работает метод рекомендаций, я провожу собеседование для ваших кандидатов, вот, кто уже сам проводит собеседование, естественно, проводите сами, да, а так переводите на меня, то есть, не знаю, скорее всего, наверное, я попрошу в Telegram запихивать в личку рекомендации, потому что мне компьютер я брать, наверное, не буду, и у меня не будет доступна табличка, форма эта, и как-то надо, говорю, меня организовать в том плане, что вы сами будете спрашивать, как там прошло собеседование, потому что я могу пропустить что-то, да. То есть в личку вы скидываете, я провожу собеседование, в личку уже отписываюсь. Вот, ну, могу скрины скидывать, да. Не знаю, как у меня будут дела обстоять с голосовыми сообщениями, может быть, у меня не будет получаться их загружать, да, то не знаю, какой интернет будет. Либо я буду пробовать короткими записывать, просто их будет побольше, да, по количеству, но они будут короткие, там, по минутке. Либо буду писать текстом, либо можно будет созвониться, да, то есть если вы будете предоставлять номера телефонов кандидата. Вот. Метод работает не только у нас, работает по командам у Ани Черны, да, я сейчас вот с чата по методу рекомендации перекидываю успешные диалоги, регистрации растут, летом рост у нас есть, да, мы работаем, я сейчас скинула вам расчет, как растем на этом методе, да, как даем рекомендации, как растет наш групповой товарооборот, что мы получаем на уровне золотого исполнителя в итоге, да, то есть расчет классный, расчет красивый, кто-то может сказать, что он прям идеальный, да, но это работает, это работающий метод. Главное, говорю сейчас, как мы сопровождаем новичков. Мы даем им суть, они смотрят, разбираем, то есть спрашиваем, как вы поняли суть, рассказывает человек. Даже если он все верно сказал, все равно голосом, ну, либо если голосом надо работать, начинать, да, то есть кто не работает, это очень плохо, да, потому что голос все равно и интонация слышна, и человек понимает, что вы не робот, вы живой человек, да, вы общаетесь, уже как бы идет утепление. Голосом еще раз вы проговариваете про три
задачи, откуда платится доход, да, и что у нас как бы обучение с поддержкой, ни к чему вас это все не обязывает, да, потому что эта фраза хорошо работает, обычно новички расслабляются. Вот, и потом мы сразу же просим рекомендации. То есть рассказываем про этот метод, что вы открываете контакт, начинаете искать тех, да, кого вы, например, приведете. Приведите, ну, то есть ставим прям план, да, приведите, пожалуйста, 5 человек. Я проведу собеседование, я все расскажу, я все за вас сделаю, регистрацию в вашу команду, а пока вы смотрите каталог. Да, то есть люди, например, из 5 человек зарегистрируются 2-3 человека, потом у них также будем просить, сначала дадим суть, они разберутся в сути, да, все, чтобы было понятно, чем мы занимаемся. А потом мы также попросим у них рекомендации по 5 человек. И пока вы обучаетесь, пока вы смотрите маркетинг-план, пока вы смотрите мотивирующие ролики, мы уже, у вас будет уже как бы пассивно расти структура. И как выводить на заказ, да, то есть мы, естественно, даем все выгоды, даем тот же ролик, который я записала, либо на словах рассказываем, да. И говорим, что вот я сейчас буду просить у твоих новичков, например, сделать заказ, да, как я буду просить, если ты сам еще не сделал. Вот. И, пожалуйста, полистай каталог, да, и новичок делает заказ, то есть вот эти три действия. А потом даем уже верификацию, да, даем вот эти вот все моменты, которые мы давали до заказа. Вот. И обязательно делать акцент, читала просто некоторые переписки, да, некоторые прям. Не то, что давят, да, они просто рассказывают, но не говорят фразы, что моя задача вам рассказать, какие выгоды дает компания за какие заказы. За 100 бонусных баллов, что она дает, за 150 и выше. Какие заказы вы будете делать, это ваше право, да. Просто у нас, если вы собираетесь здесь развиваться, у нас условия, что у нас три условия, да, вы обучаетесь, вы меняете магазин, делаете каждый каталог, потому что вы постоянно моетесь, да, сегодня вам понадобился шампунь, завтра вам понадобилась зубная паста, там, гель для душа. То есть постоянно что-то надо, да, забудьте про розничный магазин, ходите в компанию Oriflame, и вам за это не только скидку дадут, да, и заплатят еще. Вот. Ну и, конечно же, приглашение людей в бизнес, потому что без входящего потока у нас роста не будет. Мы не сможем сами делать большие заказы, чтобы выходить на уровень директора. Надо строить потребительско-партнерскую сеть. Вот. Обязательно говорим фразу, что вы сами решаете. Вы сами решаете, когда работать, вы сами решаете, сколько работать, вы сами решаете, на какую сумму делать заказы. Но, да, если вы делаете такие-то заказы, вы растете быстрее. Показываем на картинке, рассказываем, что здесь так говорю, да, сделали 150, под вами сделали 152 человека, вы уже на 6%. Поехали дальше, там попросили рекомендации, они пришли, объяснили им про 150. То есть это все работает в команде, да, работать надо в команде, показывать, как работает именно, как проходит командная работа, что ты не в одиночку все это строишь, что и мы помогаем, да, информационные новичками. И наши новички тоже могут делать 150. И, как говорится, если все будут делать по 150, да, то будет большой рост и будет доход. Вот. Понятно по поводу рекомендаций, да, то есть прочешите, пожалуйста, всех своих родственников, если вы уже ходили к ним, да, многие говорят, ой, я уже старичок, я уже ходил, то есть новички воспринимают адекватно это, да, быстро схватывают, потому что я не рассказываю про холодный круг, я говорю, что вот такие рекомендации, да, говорю, вот, как Владимир Полежаев говорит, нашли вы клад. С кем вы в первую очередь захотите поделиться им. Ну вот клад прям вот вам хватит, вам, внукам, правнукам и так далее. Зачем вам так много, да, хочется с кем-то поделиться. С кем вы поделитесь в первую очередь? Конечно же, с родственниками, с близкими. Вот вы нашли клад, это возможности компании. Здесь зарабатывать, получать премии, ездить, отдыхать, да, за счет компании. Автомобиль, пассивный доход, то, что бизнес передается по наследству, это вклад. И с кем вы захотите в первую очередь поделиться. Меня вот всегда пугает, да, я прям спешу, бегу на теплый, что кто-то зарекрутирует моих партнеров. У меня уже вот три девочки, я всем говорю это, не повторяйте моих ошибок, да, особенно новички, ну и старички, конечно же, тоже. Три девочки развиваются в других командах. Одна уже директор. То есть это мой пассивный доход ушел в другую команду. Вот меня это прям гложет, да, что я вот не смогла себя пересилить вначале и рассказать всем о возможностях. Не совершайте мои ошибки. Потому что все равно с теплым кругом работать лучше. Есть какие-то вопросы, девочки? По ходу я пока рассказываю, задавайте, чтобы ответить, чтобы какие-то непонятки
решить. Вот. Потому что метод, я говорю, классный. Им работают уже быстрорастущие команды. Почему мы раньше, почему я, например, не догадалась именно, да? Я посылала раньше на теплый круг, чтобы в лоб просить, спрашивать о заработке. Не хочешь ко мне прийти? А тут вроде ты зовешь, да, вернее, даешь информацию, что ты работаешь, да, и напрямую человека не просишь прийти. Вот. Что еще хотела сказать? По поводу Телеграма, да, я вчера скидывала информацию, что девчонки пишут, что Дуров говорит, что это вообще какая-то пуля. Вот, но подстраховаться надо. Многие уже прошли, да, эту процедуру там через прокси. Пройдите на всякий случай, то есть лишним не будет, да. Мало ли что, чтобы не потерять все свои данные, не потерять вообще Телеграм, по сути. Вот, надо сделать это, да. Вот, там, как я поняла, ролик небольшой, да, естественно, действий немного. Попробуйте, если что-то получаться не будет, спросите у тех, у кого получилось. Вот. Что еще хотела сказать? Хочу, чтобы на время моего отъезда все работали, да. Все, я как бы отдыхать не собираюсь, то есть я буду отдыхать, но я буду параллельно все равно, если будут давать мне интернет возможность, да, как бы буду работать. Потому что это мой бизнес, да, я не могу вообще, как многие говорят, ой, извините, я отдыхала, да, я все пропустила, вот, даже директора. То есть это не наемный труд, когда можно отключить телефон, да, и забыть про все. Все равно надо держать на пульсе, пока я не на таком пассиве, на котором я хочу быть, да. Поэтому я буду развиваться, надеюсь, что вы будете развиваться со мной. Вот. Буду всегда на связи. Буду стараться быть всегда на связи по мере возможности. Вот. И давайте сейчас, если нет никаких вопросов, проведем розыгрыш за 7-й и за 8-й каталог. Так, за 7-й каталог. Если есть вопросы, девочки, пишите. Так. Вот наш генератор случайных чисел. На кону приз 500 рублей. В 7-м каталоге. По структуре. О, удалить. Себя-то я не удалила. Значит, и помыслово не удалила. Вот. Тогда. Сейчас разберемся. Какой номер победит. Сейчас надо будет перепечатать. У меня там с Excel не так все просто. Давайте за 7-й каталог проведем розыгрыш. Получается, я удалила двоих человек. Как сейчас быть? От 1 до 57. 57 участников. Обновим еще раз. От 1 до 50. Так, нажимаю сгенерировать. Победитель номер 12. Получается, победитель номер 12. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Овчинникова Елена Владимировна. Победитель получает 500 рублей на счет в личном кабинете. Перечислю сегодня, чтобы уже не было никаких долгов. То есть, получается, правильно, да, первого я удалила, то есть 13 номер, это 12 выигравший, потому что я была первая, не уследила. И по 8-му каталогу, тут я точно себя удалила, мужа тоже удалила. Ну-ка сейчас, полностью. Я не включила экран, девочки. Чего вы молчите? Экран-то не включила, чтобы вы смотрели. Деловая, сижу сама. Показать полный экран. Напишите, видно экран мой или нет. Вот номер 12. Видно? Вот номер 12. Генерировал от 1 до 57. Ага. И молчат ведь сидят. А
второй каталог. У нас вообще что-то мало людей сделало wellness. Разлюбили, наверное, на лето. Никто не хочет следить за своей фигурой, за своим здоровьем. От 1 до 38. Обновлю. От 1 до 38. Проверю, да. Нажимаем сгенерировать. Номер 36. Номер 36. Это Пономарева Елена Валерьевна. Выиграла 500 рублей. Сделала заказ аж на 145 бонусных баллов. Елена, поздравляю. Деньги тоже сегодня перечислю. Номер 36 выиграл. Всех поздравляю. Таблицу плохо, да, видно? Так надо было сделать побольше. Вот номер 36. И тут номер 13. 13. Но у меня циферки 1 нету, потому что я себя удалила, уже нумерацию не стала переделывать. Овчинникова Елена и Пономарева Елена выиграли по 500 рублей за 7 и 8 каталоги. Все, девчонки, молодцы. Поздравляю, кто не выиграл. Участвуйте в других акциях. В акциях «Лучший рекрутер». То есть будет стимул. Сейчас я включу чат. Будет стимул рекрутировать. Вот. Светлана к нам присоединилась. Немножечко поздно, уже заканчиваем. Посмотрите в записи. Если, девчонки, есть какие-то вопросы, задавайте. Я сегодня буду проводить... Собеседование, да, собеседование есть, идут рекомендации. Обязательно, кто еще не проработал свой теплый круг, пойдите, попросите рекомендации. Если человек сам не придет, может, он посоветует кого-то, да, кто будет вашим будущим бизнес-партнером. Если вы проходили уже их, пройдите еще раз. То есть я не думаю, что у вас отношения прям испортятся с вашими, вернее, родственниками. А может быть, человек уже созрел, да, и хочет попробовать, а боится написать. Потому что девчонки, вот, например, в директорском чате очень много писали, что я пишу, да, предлагаю, прошу рекомендации. Человек говорит, я хочу сам попробовать, я за тобой слежу, но я стеснялся написать. Я боялся, я там... Ну, не знаю, как по-другому сказать. Ну, люди некоторые просто стесняются элементарно написать. Вот. Девочки, если нет никаких вопросов, тогда я заканчиваю. Если что-то я забыла, я добавлю в командном чате. Пока я на связи, пока я провожу собеседование, давайте, пока у меня все хорошо с интернетом, надеюсь, уже никаких коллапсов не будет, вот, буду проводить собеседование. А так вот, сейчас я запишу, кстати, еще забыла сказать, запишу ролик по маркетинг-плану актуальный. То есть там уже 5% по ПК, да, скидка. То есть у меня там 10%. То есть не будет там про отрывы информации, не будет там таких прям глобальных расчетов. Потому что новичку на самом деле это пудрит голову, да, он не понимает и вот его пугает. Я хочу простенько показать, да, а потом, когда уже новичок начнет сам разбираться, когда ему станет интересно, можно давать уже более углубленный вебинар на тему маркетинг-план. Вот, и показать, как строится совместная веточка. Этот ролик обязательно выложу, да, и можно будет его давать уже новичкам после того, как он дал список рекомендаций, как сделал заказ, да, уже давать эту информацию для более детального погружения в систему работы. Вот. Все вроде сказала. Спасибо, что пришли. Получилось, как всегда, на час. Вот. Может быть, еще соберемся. Спасибо. Может, еще соберемся, да, в пятницу соберу, да, посмотрим по рекомендации, по методу рекомендации, но обещать не буду, да, уже как по загруженности. Вот, сейчас буду писать ролик, буду проводить собеседование. Пишите в чате, планерку скину в записи, также в чат. Все, если нет никаких вопросов, пойдемте работать. Спасибо, что пришли послушать. Вопросов, наверное, нету. Все, тогда всем пока. Спасибо, что пришли.
ждите запись планерки.